Десятку, хотя он стоит в 2 раза дешевле. Да-да-да. Нет, перепевка Шрека широкой реки нам точно не нужна. Нам нужно просто что-нибудь еще, так сказать, пополнить коллекцию. Пополнить коллекцию. У меня фирма такая же, но конкретная модель нужна. У меня слишком тихий какой-то. Ну, если хочешь, я найду. Типа, напиши куда-нибудь мне. Либо в личку в Дискорде, либо в личку на Твиче. Я просто сейчас не буду читать сообщеницы и после стрима отвечу. Я предлагаю закрыть эту тему. Песня была легкая, он с ней справился. Надо постараться подобрать. Согласен, согласен. Ой, надо Тинкера, наверное, окупать, да. Так, призываем Тимбера, да. И кого-то из них придется оставить. Вообще, я не хочу еще одну на эльфе играть, ладно. Выйду ночью в поле с конем. Выйду ночью в поле с конем, мне Роман каждую субботу поет после баньки. Так что такое? Меня это не удивит, так сказать. Кто сегодня финал возьмет? Понятия не имею. Тимбер не пришел, жалко. Ну ладно. Каких-то хунтеров дает, на которых играть-то на самом деле не хочется. Вот здесь соло классно смотрится, да? Ой, вообще мне маг нравится в этом лобби. С дизраптором Тайдом. Дизраптор Тайд Зевс на 6 маги. Уф, уф. Кто может это победить? Мне кажется, тяжело будет это победить. Даже Вайда, я думаю, спокойно Зевс хоронит с хорошими шмотками. Так, а что-то мне сильно громко музыка, вам так не кажется? Я убавлю немножко. Так, ну ничего не закрылось. Жалко, конечно, но ладно. Лапать пока не буду, но я подержу все подряд. Может быть, я еще здесь не факт, что упаду, да. Ну так, сделаем. Так, отойду на минутку пока.
better. My suit should keep me comfortable through all of this. Для тебя. Eyes up and shields front. Так, я тут. Ой. Что происходит у нас? Что у нас происходит? У меня сбил стрик, это я помню. А. Катаник отпущу. Не хочу платить. Да мне, я отходил, типа, меня не было сейчас за компом 10 минут последних. Я там подходил, иногда фигурку ставил, мне надо было отойти, поэтому я там подбегал, так отбегал чисто. Какой сильный будет Макс, сказали, мы пошли в Айда, но ты же видел, что драться было нечем. Нижакеш сегодня будет сложно упасть. Ой, хейтеры. Как по твоим фигурам в куполе двигается эта магия, значит, будет Макс, согласен. Тебя не слышно, я знаю, я отходил. Я отходил. В принципе, без разницы, да, что ставить, я все равно дефа. Даже на инчушек денег хватило. Я еще хуму хочу выкупить на самом. Блин, а может, мы сейчас поднимемся с колен и поиграем вот так? Блин, вообще есть такая вероятность, да? Если шмотки на мага пикнем, большая вероятность, что мы сейчас вставать будем. Тем более, что он сбил стрик, да? Нужен перк? Если хороший перк, еще какой-то под мага. Я не знаю, что там хорошего манга. Ой, зачем я это сделал, блять? Вот это мисклик был. Блять. Вот это хорошее, вот это хорошее, да. Блин, Рипер мне нравится. Сейчас посмотрим столы. В принципе, я почти со всеми могу драться, да. Рипер хорош. Узри бич айсрака.
Без роллов будем, но при этом слишком сильная фигура сейчас. То есть ослабились хомом, усилились сильным гоблином. Многоходовочка, так сказать, да. Можно шмотки на мага искать. Блять, ролл, конечно, зря не скликнул, ну ладно. Фу, успеем сегодня? Я не смогу сегодня вечером, скорее всего. Скорее всего, я вечером сегодня занят буду. Хорошие шмотки, я считаю, на мага. Рабочие, так сказать, да. А, придется все тинкеру дать, хотя и хочется отдать снэпки. Ну, снэпка и так под цемкой зарядится. Этому парню одной цемки недостаточно обычно, да. Блин, если бы еще эти симы сбили вовремя, то было бы вообще круто, я вроде как могу здесь сбить. Хотя тяжело очень, не, наверное, пока что не могу. Ну, типа, при хорошем раскладе могу, но там прям совсем хороший должен быть. Хочу увидеть лобби, где у всех есть риперы, они все уверены, что могут драться. Но я такие лобби видел периодически на Китае, где брали 4 рипера. И побеждали все, кроме меня. У меня отложилось, так сказать, в голове. Пара таких лобби. Спасибо за фоллоу. Эльонка, кстати, с дуэликчиками была, может быть. Мы зря ее казнили. Кого я обманываю? В смысле, зря. Если мы к нему сейчас не зайдем, допустим, да, и на следующий раунд мне придет бист, я буду левелапать, скорее всего. Но если зайдем, конечно, не очень хорошо будет. Ну, если пробьем, хорошо, но тут, наверное, шансов нету, да, он орков добрал. Гарантированно идет биста и в кого-то из строек. Но если винчу, то, наверное, не страшно. Да, винчу. Блять, ну Лина идеально сыграла, Лина идеально нажала кнопку. А здесь, видимо, телескоп найден. Я полагаю, что это с телескопом. Да ладно, без телескопа. А почему так сильно? Почему в такой салат? Ну, типа орки по фикшене, дедов нету. Не знаю, что там произошло, ну ладно. Главное сейчас не к нему прийти, а полутать синрипера хотя бы с кого-то, да. Блять, если я сейчас к нему еще приду, то синрипер, конечно, не доехавший будет сильным. Надо было встать ему хотя бы наебало, но... Мне это не обязательно. Блять, ну... Оху, мы пробьем. Крутая пошляпка на ком-то, да, клок хорошо. Крутая пошляпка и пробиваем, правильно? Крутая пошляпка и пробиваем, нахуй. Сюда, блядь. Блядь, это на своем борде что-то трагедия какая-то. Ну вышли в седьмой, ладно. Ну, два самых сильных зашел на 13-14 на нашем борде, это, конечно, плохо. Не рассчитывал сейчас хп так много терять. Но зато получили мы тоже очень много. Синрипер очень классно реализован. Ну, примерно, кстати, так я планировал в прошлом файте подраться. Пошляпка на эти фигуры, и я выигрываю. Пошляпка, видимо, была не на них, и я просто проебал в салат, типа, в прошлом раунде. Ну ладно. Просто лучше фифой с тобой бояться играть, согласен. Не, я почти всегда готов, но вот именно вчера я очень уставший приехал. А сегодня у меня просто, скорее всего, планы будут на вечер, поэтому...
Так совпадает, что второй день я не могу. Обычно собираемся просто как раз таки потому, что нас двое слэш трое и больше никого не можем добрать. Обычно это так бывает. Что, ну надо, что, нам корона нужна? Либо сапог? Кстати, я могу, наверное, добрать бестмастера. Причем я хочу просто 8-й захерачить. Дорого, богато. Почему бы нет, да? Если у меня бафнет его... Огр, будет хорошо. Не успел нажать аркан. Ну ладно, сгодится. Шмотки хорошие, очень хорошие. По хп мы что-то лишнего получили, конечно, ну ладно. Если хотя бы с ракеты останется до 20-го, то еще все в порядке у нас. Так. Вообще, по-моему, он стакается, именно если не одинаковые предметы, поэтому... О, бога... Боговар тот самый, да? Да. Какой у него перк, кстати? Он пока что ничего не взял. Интересно, что там такого, что он держит на 20-й? На самом деле, я имею почти столько же, сколько он в плане... именно эквити денег, да? В плане хп, конечно, мы сильно просаживаемся. Но за счет снрипера по деньгам я почти что рядом, думаю, стою. Типа на 7 голды больше, но при этом мы в 8-м. Ну, плюс вроде как они ко мне не должны пока приходить, я надеюсь. Сайсинг, кстати, может прийти, надо было пацана лучше встать, ну ладно. Так, а у меня включен микрофон, вы что-то перестали в чатик писать, даже когда я включил микрофон, да? Блять, у нас все лобби идет в магов, зачем вы это все делаете, ребят? Как мы будем, как мы будем играть? ну ладно. Удачки нам всем. Включен. Принято. Кто сбил? Блин, плохо, что он. Хотя не самый плохой вариант, да. Все-таки хантер, не см... ну, типа... Ну да, хантеру. Хантеру не жалко. Надо было продать вот это, я что-то забыл. Ну ладно. Что-то я отвлекся на чатик немножко, ладно. В принципе, мне это уже не понадобится, да. Так, как раз ассасин. Но я думаю, я здесь неплохо. Ну, тучка, конечно, проблемная, надо было сплетануться, да. Но Лина выйдет, наверное, из тучки. Нет, не вышло плохо. Ну, более-менее. Вроде даже побеждаем. Годится. Синрипер круто реализовали, я считаю. Можем даже в 10-й выйти без мультикаста. Если сложится. Причем я уже хочу макаку банить. Пока что я в 8-м, да. Несмотря на то, что я в 8-м уже хочу банить макаку.
Так, что нам до 6 мага? Нам еще много чего не хватает, да? Разора ни одного нет, но это как раз таки обусловлено, наверное, тем, что кто-то играет этого разора дизраптора вытащил. А, кстати, ни один, никто не играет. А, вот он один пропустил. А, нет, это маг обычный с 5 разорами. Ну, кстати, у него, несмотря на вот это, мне кажется, с 14 хп потенциал очень маленький, да. Так, мне корона нужна. Почти уговорил эту игру на корону, но нет. Может, даже веспа буду брать оверманга, потому что... Мне и так денег практически хватает на 10 левел, а веспы мне намного больше дадут. Думаю, да. Два котел, да? Плохо. Окей, ладно. Я мясо в тренировке делаю, держу в курсе. Хорош, хорош. Породить надо немного, да. Нормально, Лек с элиточкой засыпала, да. Ну, тоже нормально насыпала, я считаю. Дайте шмотки в сад, дайте что. Так, тут стрелу паки, надеюсь, получится, не сделать здесь смель, ну, типа, должен вперед пойти же, да? Тайт не скастил, плохо. Плохо, плохо, плохо. Я пока дам Рубика, наверное. На два раунда всего затерпеть. Два раунда вроде как немного, да. И при этом хочу что-то собрать. Образор это два пака, я не знаю, что-нибудь, игра. Да ладно, ничего. Весь пришел. Это плохо, что не нашли, да. О, ну, кстати, здесь я могу победить. Здесь я прям реально могу победить. Опа, еще убили кого-то. Опа, деньги на разора подлетели, да? Хорошо. Я как раз думал, что с разором делать. Хорошо. Ну все, один раунд я переживаю, один раунд сидим в К. Пытаемся хотя бы какие-то деньги восстановить, но пришлось много денег потратить, жалко. Как раз у нас будет получается, да, как раз будет 10-й бесплатный. Годится, я думаю, вполне. Если он попадает в кого-то, кроме Лин, то есть сюда, либо сюда, на игре уже круто, да? Кунг вместо пса, да там разницы нет. Что так, что так.
Кого у нас отдал каст Огру? Что не заметил. Есть ощущение, что он ни в кого не отдал. Что он просто свидел, да? Скорее всего, так и было. Ну, тут можно проиграть, это не критично. Потому что мага мне тренси, так там не часто будет кунка касть, я думаю. Хотя под орками, наверное, шансы есть. Так, мой пока не могу убирать. Блин, надеюсь, это дефает, кстати, я не уверен. Ну, посмотрим, да. Ну, против Вейда не было бы разницы, так что я не переживаю. У него это последний раунд пунки ой, собаки. Кстати, разложилось. Что-то я в это не верил. А, это, господи, это 25-й, я думал 30-й. Это мы на 25-м, 10-м, да? Нет, что думал 30-й. Отличный предмет. Ну, пока соберу, пока что, да. За раз меня не убивают с двумя тангусами, поэтому пока что... Так, Дерс, убегай из тучки по-братски, не убежал, да. Ну, Варлок там что-то бросил, да. Еще одного бросил, годится. Может, даже еще один раунд тогда попробуем протерпеть. Я единственный пока в 10-м, поэтому... Можно еще один раундик затерпеть, попробовать. Так, котл нам не нужен, да, получается? Пока что. Блин, ну я все равно хочу рольнуть, на самом деле. Блин, ванов. Сам пришел с два думал. Он пока что на представ тоже, да. У меня тут, в принципе, шансы хорошие, да. Надеюсь, там нету элитки, блять, там есть элитка, это плохо. Это плохо. Придется сейчас, наверное, деньги тратить. Что-то у меня манта еще близко, но она мне не очень нужна, да. Так, чатик умер окончательно, попахивает ластецкой игрой в таком случае. Не хочу пока визардов покупать. Другие леги пока что нужны. Так, мне там друидов не монополил никто, никто. Хорошо, может кто-то замонополить друидов? Нет. Окей.
Но я доготовил, и ем и наблюдаю. Могу ли я прямо сейчас это поставить? Возможно, могу вместо вот этого, да, но я не уверен, что это сильнее. Ну вот так вообще сильнее, вот так сильнее, да. Пока поменять на инвокера. Дизраптора найти в Т2 и годится. Возможно, даже варлока можно собрать. Он, на него не будут работать боги, но он просто классный парень, да. Разора не буду продавать, наверное. Какого-то сакрального смысла в этом нет, да? Хотя можно было продать Разора, что я тупанул, да? У меня же он со мной Огр, скорее всего, до конца. Ну, если инвока не найду, только да. Так, ладно, годится. Чатик только подтягивается. Здорово, Марикович. Ну как последняя, только пожрать заказал, лежу на диванчике. Да и не факт, что последняя, но... Я не люблю, когда в какой-то момент чатик просто максимально потух, и непонятно, что с этим делать. Full usual сперк, абсолютно ничего из этого мне не нужно. Однако мало нашел. Там инвокер Т2 уже, да. Не знаю, что тут пикается. Можно лича под богов по приколу просто. Блять, давайте лича под богов просто, потому что можем. Мне нравится. Мне не нужен шейкер. Да, инвок меня уже дефает. Ну, тут два инвок, дизраптор, два зевса. Еще и деньги остались. Плохо породил очень. Ладно. Идем в 11-й. Ну, за раз я не умираю, поэтому не страшно. Вообще, может даже повести, что я здесь дефнусь. Хороший сценарий боя. Ну, не дефнусь, но в целом неплохо подрался. Ой, другому бы кому-нибудь деньги отдать, конечно, было бы повыгоднее, но ладно. Тяжело играть против 100% стрика, который денег просто на миллиард больше, чем я имею. Хотя в какой-то момент, если бы лучше породил, мог бы все равно играть, наверное, за топ-1. Не сложилось. Решая девушка никогда не бывает лишней, согласен. Я просто не вижу другого аута, как выйти в 11 на самом деле. Ну, то есть, я не буду фармить прям каждую книжку, но пока еще есть два слабых игрока, которых я бью вроде как в такой форме. То есть, я проигрываю только DC. Я попробую еще зафармить пару книг, ну, то есть, это будет сколько? 7 книг на 35-м.
Потом просто эти 7 книг будут лежать до 40-го, ждать своего выхода, так сказать. Думаю, как-то так это должно работать. Шумеру какого кто? Ну, как знал, что DC придет, поэтому поролил все-таки. Думал не ролить, но потом подумал, что 50 на 50, что придет DC. Лучше подролить. Девс успел скайсить? Успел. Но, видимо, не попал, судя, потому что весь борт живой у него, да? Видимо, не попал я немножко. Кто его пробил? Плеер, ассасин. Значит, нас ассасин тоже может пробить. Это плохие новости. Варлок против Сина лучше, чем Дизраптор, я думаю, покажется. Не знаю, чей это аркан, возможно, даже Девса. Блин, точно Тайли даже против Сина. Ну хотя блин, тоже можно было отдать Девсу, не знаю. Может быть, блин, Девсу, а Тайду. Тайду аркан, я не знаю. Так, сейчас что? Сейчас DC точно не придет, да? Ладно, пусть все игра будет. Без раптора пристрелили и без мастера до каста. Жестко. Жестко. Здесь не по шансам, к сожалению, у него тоже куча энерджи. Блять, инвок жесткий, инвок жесткий. Чё, мне надо Элдора и двух друидов в одном роли, а? Звучит как фантастика. Вместо кого лича? Вместо агра можно поставить, да, если придет. Ну, все ебало в личах. Почти получилось. Так, сейчас точно придет ассасин. У меня статик у Рубика, это я. А, блять, мы еще вчетвером. Я думал, мы втроем остались. Я думал, мы уже прошлый раунд втроем играли, так я умереть могу тогда, лол. А нет. На своем борде я бы даже убить его мог, получается. Так мы еще можем в теории даже получить таки топ-1, да? Ну, очень маловероятно, но можем. Эх, я так надеялся, что придет сюда дизраптор, да? А, давайте еще инролл. Не вышел. Может, следующим дизраптором? Нет. Жалко. Я, блядь, не знаю, кому это отдавать, на самом деле. Возможно, даже инвокеру. Пусть скастит, братишка. Первый раз ко мне Син, кстати, заходит за все время. Не знаю, как с ним дерусь.
Но Зевс, по-моему, промазал по всем, да. По ощущениям, Зевс промазал по всем. Жалко. Зевс с управлением не справился. Причем тут впритык, по-моему, тут как раз около 14. Обидненько. Ну, тяжело сейчас драться с этой тучкой, блядской, ты вроде расплитанный, но... Типа 2-3 юнита под тучкой, этого уже хватает ассасину сейчас, чтобы играть, да. Ну ладно. Меня все устраивает в целом. Так, что у нас там? Ну не миллиард, всего 15%, он просто имеет по бонусу, ничего не понял. Так, про ролл объяснили, да. Был же сейчас скипнул, извините. Здорово. Я тут дерусь, тут по один сложно дерусь, Рики, брат, поддержи кого пиво, да. Ну там не только Рики, там Зевс промазал, то есть там Зевс по ощущениям не попал ни по одной фигуре, типа. А я выживаю, если он попадает хотя бы